Итак, что было сделано в этом компьютере? Этот компьютер был полностью разобран. Я его перебрал. Полностью модифицировал систему охлаждения. Здесь вместо нормального радиатора стояла здесь просто алюминиевая пластинка. Я добавил еще медный тонкий радиатор сюда. Но проблема была в том, что эта алюминиевая пластинка, она была выгнута и не касалась процессора, поэтому процессор, он практически в воздухе висел и не было никакого охлаждения. Я поставил сюда медный радиатор, и он касается теперь и алюминия, и процессора. До этого компьютер очень сильно тормозил, и с ним невозможно было работать вообще. Теперь посмотрите, как он работает. Я включаю его. Сейчас он включился намного быстрее, чем раньше. Я открою программу, которая до ремонта открывалась очень-очень долго. Где-то около 5 минут занимала, чтобы она открывалась. А сейчас как она откроется? Сейчас она открывается очень быстро. Поэтому, если компьютер начинает тормозить, то первое дело, обращайте внимание на систему охлаждения. Возможно, в этом первая причина.